В СПЧ предложили вести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу. В СПЧ предложили вести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу 3 часа 30 минут 25 апреля 2020 года, обновлено 3 часа 41 минута 25 апреля 2020 года. CC slash PG slash. Пожилой мужчина. CC slash PG Пожилой мужчина. фото Москва РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ СПЧ или Киркова предложила вести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы. Как пояснила Киркова РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли посадить картошку, морковь. Мне кажется, что это должен быть дополнительный пропуск, который можно использовать для посадки, для садовых, хозяйственных нужд, сказала зампред СПЧ. По ее словам, при этом